Так, Тауба есть. Да. Да, а ты кто? Прапор. Так, Тауба с нашей, да, команде? Прапор. Ларис, хочешь, может, тоже это за ними? Я их потэпаю. Давай, а с тобой Франк. Так, а еще кто белый у нас? Удалишь мои вещи? Да, давай на меня. А, да, да, удалю. Иди за беленьких, наверное. Да, Франк, сколько с тобой. Это белый, я. Франк. Ой, сколько белых? Потому что красных всего два пока что. Белых трое. А, ну иди красненьким, да-да-да, иди красненьким. Давай, я... подожди, да, я все отключу. Good mod, блядь, ВХ, нахуй, все включаю. Так, а я под белыми, да? Удали мои шмотки. Я уже удалил. Так, а кто белый сейчас, это, кто одевается? Я. Прапор Бай. Нет, прапор Бай, а второй кто? Я, звездочки. А, привет, привет. Я добавил Тобу, подобавь там, и прапора тоже. А это ой, блядь, кто белый? Ты сейчас иди к Никамине, Мариус. Моего белый. Самого лучшего друга забрали вместе. Там трое. Как так? Я не знаю, думаю, я к тебе попал. А что лагает так вообще жестко? Или к химику. Белых трое. Белых четверо уже. В смысле четверо? Нет, меня к ним заходили. Я начал белый, пойду к химику. Меня, а все, улетел. Ну, вас трое. Да, нас трое здесь, да. Все. А где к химику? Так, пацаны, а что, перчатки, там пояс есть? Степнись на него просто, все. Нет. Да. Все. А что, его не заспавнил? Ну, так вот. Маша, можно приклады нам всем командам? Да, я же сказала, ставьте звездочки и говорите пати. Там между собой. Так, кого мне добавлять, пацаны? Белый, прапор и топа. Ну все, давайте в другой войс тогда перейдем. Подождите, объясните правила вообще. Убить и поднять флаг. Либо просто поднять. Ой, опустить, наоборот, флаг. Макроне. А что, у нас бинты есть? Там у нас двое в тебе. У нас только шприцы, по-моему. Дверь надо открой. Подлог поставить. Все, пошли, пацаны белые, в другую. Куда? Ивент PvP 1. Пойдем туда. А он закрыт. Так, ботинки вот. Кодлок поставьте на эту дверь или не надо? Нахера? Да, да, ставь. Поставили? Да, поставили, вижу. А мы ставим? Давай перейдем. Надо нам ставить тоже. Или так, кого замок? Все ставите, потом пароль знаете. Я взял замок, короче. Вам нужно, если что, когда флаг снимете, еще к себе на территорию а как занести. Групповой? Ну, кто прям умеет внутрь. Групповой писать, тот откуда ставьте. Вы стартуете? Да открой дверь мне, блядь! А ты не хочешь меня добавить в пати, блядь, механик? Франк, добавляй. Удалите или что? Я тебя добавил, брат. Так, я замок поставил, 2, 3, как 3, 4, пароль не дает водить. 8. Слушайте, ну, пати админ, по сути, на... кроме Франка. Слушай, да. Ну ладно. Против. А давайте Франка нам, у нас два человека. Хорошо, а ну он уже делся. Ну, химик и ты, вы хорошо стреляетесь. Франк вообще ноль. Ну ладно, пусть Саны, будет как а будет. А как мне вам сказать пароль? Принял. В директ напиши. А почему у нас разные пароли? Я другой поставил пароль. Да-да-да. Давай, ставил, да, говорите, мой напишите, мой, давай, сейчас напишу. Напишите пароль, блядь. Так, общий чат, да? Не в общий, в директ, блядь. Да, в глобал пиши. Глобал, хорошо, все, да, вот глобал написал. Я смотрю, все оригинальные, блядь. Там, походу, у всех 1, 2, 3, 4. Да. В смысле, у нас одни нули. Ну, еще лучше. Ну, я решу, ну, что мы базу, короче, лут весь выносим, они не стреляться не могут. Что, тогда пойдем по отдельным войсам? Звездочки это убери. Не забывайте, если вы долго сидите в кустах, у вас вам может прилететь пуля. Это золотого Диго. Угу. А отстреливаться можно? Ладно, с ключом. Что надо сделать, короче? Ты бежать до флага? А золотой Диго смотрите, можно убить? В центре стоит флаг. Вы, наверное, его уже все видели. Вам нужно либо перебить друг друга, либо просто потихо туда добраться, снять флаг и донести обратно на базу. Угу.
Да, можно так. Причем в свою команду бей своих, чтобы чужие боялись, блядь. Так, а что? А Ларка нормально, без задачи? По-моему, или как? Да говно, ебать. Ларка? Ларка это одна из самых пушек с отдачей. Если Маша нам не выдаст приклады всем, мы умрем. Пиздец, короче. Давай себе, приклады. Все, давайте это, войс перейдем. Все, давайте прапор звездочки погнали вверх в ивент один. Погнали. Мне доходчиво объяснили. Тимоша, я иду к тебе. Три команды. Три. Так, а сколько я патронов взял? Блять, ну патронов еще взять. Да. Полетели тогда по ВП-2. Чемпион у нас сидит, чемпион. Братан. Два шпиона. Два шпиона. Дискорд отдельный. Да. Так, все. Все готовы сейчас. Надо же еще дверь как-то открыть, да? Все готово. Нет. А я дота 1, 2, 3 поставлю. Давай. Упокоил. Давай приклады себе дадим. Надо не давать, короче, надо засесть, короче, не давать это флаг нахуй. Так это матч его сейчас будет, блядь. Погнали. А я вас потом тэпну. А куда бежать? А, я понял. Там блять. Следующий этап просто другого оружия будет. О, только меня нету. Такие хитрые вы. Флаг снимают. Меня убили. Да, внизу там кто-то снять его хотел. Я умер. А, мы черные, блядь, я делал. Я вообще растерялся, не понял, что делать. Там пиздец было. Бля, где флаг? А, Франк, это ты. Так я думаю, кто там крысит? С какой стороны? Холерик, Франк. А что, бесконечно это будет? Следующий этап другого оружия. А, так подожди пока. По очку. А кто остался? Ну, остался. Бля. Франк, давай, живи. А ты наблюдаешь, что ли? А кто остался? Да холерик остался. Один? Да. Нихуя всех перепили. Да, перелом был у меня. Добивай его. О! Забирай флаг. И тащи к
А у кого больше флагов, то ты выиграл, да? Да, да. А ты уже все, наверное, опущен. Тебе да, да, штаб забрать. Ты уже все, опущен. Все, погнали. Давай, давай, погнали, погнали. Победа! Дай сюда. Да, да, да. К нам на базу. Вот варка конченая, нахуй. Кто? Варка конченая. Боя. Да. Да, нахуй, я специально вам дала это. Короче, я без них пойду, дайте мне одеться так, и пойду. Так, Мариус, потыпай. А, ладно, сама потыпай. Я этот ввел его, он меня. Так, красный у нас кто? Никамини и холерик. Так я хочу. Меня опять красный. И холерик тоже так. За красных. Пойду патрон свои заберу там. Блять, ну жалко тебя. Вот, а мало там патронов. Пойду сейчас. Сейчас подойду. Так, остальные у нас кто? Сейчас пойду за патронами гоняю. Х. Чуть мало патронов. Прапор. Х1. Лишь немецкие поудаляйте. Франк, ты вылетел, что ли? Где прапор? Подождите, я не вижу его. Да, да, да. А кто у нас у них еще? То баб какой-то. Все, 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 уже тапнул, тапнул, так. Ну и у вас. Ну все. А, и мороженое сейчас еще заспомню. Угу. Я забываю. Ну, блять, надо нахуй. А ты вообще в игру не заходишь? Кто, я? Не ты. На ПВЕ не заходит, на ПВП не заходит. А ты помогать про кто будет? Про тебя. Так я ж сижу сейчас. Зашибись. За шоу. Правильно. Где твой второй? Почему вы не на базе? Где твой второй? Я же его тэпнула. Я что, тупая? Я же видела тело. Приклады им надо. А, размечтались. Да, блядь, пиздец, с ними стреляться. Все без прикладов. Следующий этап у нас на дигах будет. Ну, этот, на этом же оружие, а потом уже на дигах. Вот это нихуя себе. Так, Лерик. И чё снежинки бегает вокруг базы? Сейчас. АЦЦ выйдет обратно?
А это вот, после него кашля еще пройдет. После ацита, да, отхаркиваешь, короче, всю гадость. А у тебя ингалятор есть? Блин. Вообще мощная тема, брат. Либо ингалятор, либо укольчик уже, если ничего не помогает, то. А этот антибиотики. Химик, удали прапору настраиваемый сет, потом он обратно добавит, потому что он не может даже респавниться. Я в меню. Ну сейчас, если хочешь, демку включу, посмотри, что у меня. Да, ну вот все, что у меня есть. Вот, смотри. Выбор локации, нету никаких локаций. И случайный выбор не нажимается. Нет, нет. Ты уже не первый, кто насчет этого говорит. Если ты нажимаешь сохранить, выбор локации все равно нету. Нет. Случайный выбор. Нет, не нажимайте просто. Там вот говорили, удаляли вот этот сет. И после могли зареспавниться. Они не удаляются. Вот в чем дело, они вообще не удаляются. Че, что у нас там происходит? Начался файл? Нет, еще. У меня и оружие не убирается. Здесь не ебусь. Че, может так болеть эти пацаны? Ой. Что? Давай. Пусть он, короче, перезаходит, вы пока второй этап сыграете. Там разберемся. Вдвоем. Увязываюсь у них ось, чтобы знать, что у них происходит. А что за оружие? Это же остается следующий этап на Дигоханского. Все, разъебу их нахуй. А есть какой-нибудь калаш свободный? Не? Ламунки же нету, кроме. Я пошел, пока их задержу. Да, блять. А ты скинь, посмотришь. Угу. Пацаны, я флаг держу, вы где?
тебя контроля просто флаг нахуй. Че, снимаю потихоньку? Ща, ща, ща. Ой, ой. Убил одного. Тихо, 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 у меня перелом. Подожди, сейчас. Бля. Где он? Напротив меня был. У меня, блядь. У меня переломы были там, пиздец. Я одного вальнул. Один остался, по-моему. А у тебя гуд мод включен? Так, ну рядом с тобой, если под флагом никого нет, никого нету. Говорят, что тебя убить не могли. А чё флаг не забираешь, брат? Всё, возле тебя никого нету. А ларки можно использовать сейчас? Ларки. Да. Слушай, я возьму на всякий случай. Где обойма? Давай. Ох, бля. С какого-то раза? Сейчас я возьму кровотек. Это что, броня там космическая, кстати? Сейчас на Дигор, да, будем? Правильно. О. Давай этих беленьких, он там один остался. Давай, да. Разденься там.
Он сейчас будет пробовать удалять, чтобы зайти. Ну, удалить. Угу. Переодевайся, Франк. Я пошел к... Там, если выключить... Нет, там даже если, ну, к примеру, она была включена, и ты потом ее выключил, то, что было какая-то кнопка до этого, она будет все равно работать. Ради глаз. В другом оружии не воюем. Ага. Я как тебе ТП? А ко мне просто ТП-хнись и все. Ну, я не могу тебя, к сожалению. О, с пистолета вообще тема будет. Все, я готов. Нет еще. Вы два сейчас этапа будете на диглах. Да мы выигрываем. Да, пока выигрываете. Угу. А у многих же, смотри, вот прошу, вот кто-то еще, не помню, из монашки или еще с Мариусом, ты помнишь, Мариус нам говорил, он, короче, тоже настраиваемый сет у него был, он не мог вообще нигде зареспавниться, он удалил его, и тогда он смог зареспавниться. Ну, да, что-то убрал, как я поняла. Нам говорил, что он его полностью удалил. Ну. Угу. Так, вы сами снарядились? Так. А следующий этап пальцем пойдешь? Сука, блядь, пойду сейчас, сука, размотаю, нахуй. Так. А чё про пром? Не может зареспавниться. Всё, погнали. Давай, давай. Ну, всё, я залил. Трохи летит, но стреляться не умеет. Я снимаю флаг, да? Ой, я флага нету. Давай. Он может унести и дальше стрелять.
Саня, живи. Камини ты убил, ни хрена себе. А ты чё как хорошо стреляешь? А чё, вот такой выстрел? Да. Пиздец, откуда вы тут? Ты чё, решил ещё и нарёсом? Иди флаг снимай. Я проверить, а что, у тебя не попал ни разу? Попал, у него жёлтый хп. Пиздец, блядь. Ты мне с того выстрела снял, блядь. Или как это? Иди фоткни. Я уже на улице. Это у нас третий, что ли? Так, сейчас третий, четвертый. Хм, да? Там вам еще в магазин приехать? Серьезно? Включена? Так. Там же есть. Так вот про что, да. Попробуй, джагу. Так, а тут у нас кто? Тут у нас Франк и ты, вот это вот Тубаб. Ну, а Мариус там он сам так. Он так. Ну, а Хиви, как игрок. Сейчас. На. А, я тебя отхилить не могу. Ёб. Бинтик. Сейчас. Рак, пинтинг. Нет, это тряпки. А как он? Дресс. А, нашла. На. Зелёненький. Я пошел просто меситься. Так а мы ведь так три флага уже выиграли. В игру? Да, я просто не поднимаюсь.
Так. Сейчас я вернусь, секунду. Чё там, блядь, идём мочиться? А, все, он скорострельный такой идет, понял. Не, я так проверил. Не-не, дигл. А что, патронов? Патроны закончились на дигл, да? А, не-не-не, надо, мне есть. Мне, я думаю, хватит 5 обоим. Химик. Живёшь?
Нет, ты один остался. Ты. Да, я тоже не зажалел. Я с этим, блядь, я с красным хуярился. Я стрелял по горе. Да диглы какие-то, я вообще не понимаю, как с них стрелять, если честно. Надо надо побольше потренироваться, потому что что-то вообще непривычно стало стреляться в Дейзи. Я ему накидывал слегка, попадал, не попадал, я кикало знает. Угу. Ну, да, сейчас там. Франк, он тебя сначала в спину, потом туда, ой, я думаю, ты все, Франк, тебе КБ, у тебя сейчас химик убьет. Не-не-не, ты же внизу бегал, ты там нормально, мы тебя еще сверху рашим. Дома... Он тебя сначала на скале сзади, потом ты спрыгнул, потом он тебя там уже добил. Да, что еще раз? Кто-то один к Мариусу. Кто хочет? Это за кого? За черных? Да. Ну, давайте. Хорошо. Все, я пошел к черным. Тогда. Да, я тебя тогда. Тебе отправлю. Давай, давай, давай. Так, а кто это со мной будет? Тобо. Тобо, давай. Так, сейчас я добавлю в пальцы. Добро. Так, Тобо. Так, добавить. Я пока пойду курну нахуй. Давай. Ёбаный на арбалетах.
кровотечение. А знаете, сейчас, секундочку. А может это, не хотите химика, это арбалет там туда-сюда? Он тут бегает. Бегает? Где? Тэпай его в центр карты, его давай нам арбалет. Да-да-да. Меня тоже. Да. И кого еще, не каменем? Да. Химику поближе, чтобы я арбалет взял сразу. За работу принялся. Там кто-то возле сейфа хуярит. Это кто? Это химик? Кто это был? Он возле сейфа бегает. А что за фильм у меня идет? А, горит. И слышишь, он сейф грабит. Погнали его. На... Я бегу. Так, они еще не подозревают подвох этой всей операции. А, да? Он будет на танке, блядь? Откуда что прилетело? Кто-то острит, но его нахер, да? Кто передо мной бежит? Где? Кто? Где? Кто? Чё? Чекай, мне в ногу прилетел. Голый я. У меня одна дверь. А, сука, он дверь закрыл. Я в него попал, дверь закрыл. Он в сейфе закрылся? Нет. Пятидесятник бегает. Воу-воу-воу. Раздувай его! Блять, нахуй я вектор выкинул. Я сваливаю. Не моя война, нахуй. Ебать, давайте 50-ку раздуем сейчас группой всей. Ух, ебать. Один раздул. Кто следующий? Следующий раздулся. Кто еще стрельнет? Холерик, а вот это что за труп? Посмотри, пожалуйста, труп вот тут. Где? За зданием вот здесь. Так, я сейчас с холериком на равных буду. Так мне, пожалуйста. А, сейчас. Да кто по мне стрелять, я понять не могу. Со всех сторон стрелы летят, мы тебе, блядь, жертву нашли. Короче, расстреливаем с этого пистолета все патроны, пока они не кончатся. Вот кто последний патрон свой выстрелит, тот крутой, давайте. Тэпни, Маш, пожалуйста. Так, я пока обую. Я готов. Подожди, тэпай его в центр карты. Подожди, не-не-не, нарушителя не убивай. Не убивай холерика. Не убивай, пожалуйста. Я не понимаю, откуда, блядь, стреляют. Вижу. Маша, тэпни. Я хочу у него этот револьвер забрать. Я хочу его с арбалетом ебать. Да тэпни меня, я сейчас с ним поговорю там. Знаешь, на равных чисто выйду. И слышишь, он сейф грабит, погнали его. Я для девушки тоже на равных. Так они еще не бегают. Да хватит кругами бегать, я и так косая. Маша, тэпни, пожалуйста. Сейчас тэпни всех, просто на себе тэпни. Блять, войну на меня объявили какую-то. Охоту. Погнали сейчас, короче, затимимся с огнестрелом вдвоем. Но передо мной бежит. Ебать вас тут народу, идите нахуй. Где он? Мне в ногу прилетел. У меня столько патронов в ревике нету. Дверь закрыла, я в него попала, дверь закрыла. Нормально. Он в сейфе закрылся? Я хотел его. 50-ник прыгает. А кто мне? Теперь меня, да. А кто мне? Раздувай его! Эй, ты чё мне? Я... Я просто быстро среагировал. Вот она моя прелесть! Ой, блядь, по мне стреляют. Лунку убери, брат. Давайте 50-ку разуем сейчас. Не надо группой. У меня переломы, я в обморок падаю, блядь. Сука, как сложно стреляться. Да-да, вот оно так и бывает. Еще я как-то бегаю. Где это, мадам? Ну, она сейчас, мадам, в инвестиция закинет и все. Всем до завтра, повеселились. Давай. А вот ты будешь забирать? Блядь, точно она. Ну ладно, херня там, блядь, гильки, все. Ну если не пропадет, антифок, в принципе, да, все, удачи всем. Давай. Короче, расстреливаем с этого пистолета все патроны, пока не кончится. Смотри, крутим, вертим. Тэпни, Маш, пожалуйста. Она, правда, не догадывается на одну очень классную кнопочку нажать. F называется. Подожди, не-не-не, нарушителя не убивай. А где еще, подожди? Кто тут еще бегает?
Кто посмел в меня выстрелить? Я не понимаю, откуда, блядь, кстати, а у меня тут вижу. Это, Маша, есть тэпни. Одно оружие, которое я спокойно... Я хочу в него этот револьвер забрать. А можно меня тэпнуть по-братски? Да-да-да, и меня тут заебал. Тэпни меня сейчас. Ах ты, ебать. Кто там нахуй с пистолета по мне сшил? Кто это? Кто? Я ничего не вообще. Ничего не вообще. Смотри, с какого могу. Бах, нахуй. Она ларку заспавнила. Она в бомбиде, так нечестно. Сука, задавили меня. Молодец. Коршуны. Налетели вороны. Они так и не найдут. Да, все, у кого оружие, они арбалеты будут по патрону получать. Так я яблоко. Патрону? Я стреляю. А можно меня подхилить? Я просто яблоко ел, стоял, пизды получил. У меня нет оружия. О, братуха, у тебя бинт есть, это супер, я себя подхиляю. Ты не в том районе яблоко хавал, дети. Можно меня? Давай. Ебать. Бинт уничтоженный, все. Блять, а за что? Это кто? Подожди. Это кто? Химик где-то, блядь. А где он? 31 метр. Хуя себе, я ему накидал там. А у меня спаван с Крис Вектором. У меня в руках бинт. Я ноги сломал кому-то. Да сука, ну да, я хоть раз тебя убью. Ну выйди. Давайте. Ой, пешек стреляться, а? Сразу, я его ни разу не убивала. Я думаю, сейчас будет шанс. Где мне арбалет-то взять? Где арбалет взять? А там на крыше. На базе. Там есть проход. На базе. На крыше? А, во. Да а, нет, кстати, нет. Слышишь, на базах же куча. Ну, спасибо, блядь. Я Стане ноги сломал, нахуй, с арбалета. От души. А кто в меня целился и кому-то ноги сломал? Тыкай в меня теперь эту штуку, которая ноги кинет, нахуй. А там есть на базах же для перелома. Ну, мне до базы ползти знаешь сколько. Все, я взял арбалет, бегите. Больше не надо. Спасибо. Спасибо. Да, ебаный. Спасибо. О, у кого-то там отдельные болты были. С ПКПшек как-нибудь, нет? Печенегов? Можно с печенегов. Да. И на этом, на аэропорт, короче, туда-сюда. Там зомби мешать будут. Не, зомби... Во-первых, аэропорт... Нет, там черный трейдер, там будут люди, если рандомные бегать, поймут. Неправильно поймут. Да, и территория... Так, ребята, я флаг это заслужил, безумно можно быть первым. Мариус уже, да. Все, ребят, я поднял свой флаг, я победил. Он сказал... Давайте мне мою банку кукурузы за ивент. Он же сказал полчаса назад, я пошел, до свидания. Ай, ёп. Всего доброго. Охуя себе, блядь. Хоть раз убить тебя. На сладкий. Дай мне убить хотя бы раз тебя. Это будет реально сильно. А ты чё не умираешь? Это кто так стреляет? А вы где? Да мы на место, у нас тут. Два километра, я вас слышу, как вы стреляете. Бать там пизделого, я тоже хочу. Стой! Выключи Егодмод, сейчас я подбегу, выключи Егодмод, подожди. Не надо, дай сначала я его убью. А что, это такая косая, что ли? Все, я довольная. Все, я больше не вижу. Можно спала. Меня это... Тэпнуть. Да. Сейчас я вас всех тэпну. ТТОБАП. А чё, я один там с арбалетом бегаю или чё? Я почему? Я могу. Тоже с арбалетом был. Ну, я видел, когда ты... Маша, опнет тебе этот... Маша, опнет себе гудмод. Это кто сказал? Не ко мне? Иди-ка сюда. Ай? Иди сюда. Да я просто хочу око за око, знаешь? Чисто отомстить за своих пацанов. Это ты сказал, да? Блять, он меня сейчас тэпнет. Нужно, он за меня сейчас тэпнет. А ты думаешь, я тебя не вижу, что ты тут бег? Тут летает. Да и руиньте ей арбалет. Руиньте арбалет. А чё ты калерий гасишь? Я заруинил ей арбалет.
Груз опять жрет, стоит сейчас бубен. Все, надо бросать это дело, все. Я тоже что не сожру, груз. Убежали. Мне пох, не моя война. А где он? Подожди, где он? А, блядь, хитрый, не моя война, сам, блядь, с Ривика 50 билинбенга заеб. Не, я вообще кушаю и стою. Меня крашнуло. Захожу. Там прикол, что он мне даже арбалет не смог до конца заруинить. Только сильно повреждено сделал. В смысле, я его не заруинил? Все, все, фу, все, админобус, фу, починил арбалет себе, фу. Сейчас она мне тэпается. Где? Я понял, кто это. Хочет на равных выйти, подожди. Не ебатишь ты. Стена дроп, лопатина. Стена дроп. Погнали, ребят, у меня вертолет рядом, полетели прям так на дроп. Химик, короче, когда ты ушел, мне ни один флаг не завезли. Вообще ни один. Но тем не менее, мы все равно выиграли. Да, да. И получилось так, что они еще по одному занесли. Я занес. Ой, прапор занес. Короче, один был случай вообще по-хитрому. Они там потом стреляются. Прапор, да, вроде так, по-хитрому. Ты бил. Да, да. Короче. Смотри, админ отхилился. Ай-яй-яй. Смотри, еще флик с разворотом будет. Оп. Я их отвлекал. Что-то пошло не по плану. Что тут у химика спавнится? Не надо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все шлемы залутались. Это мое. Аллах Акбар, да, Аллах Акбар. Давай, ебать. Завыдывай. Он с гранатометом бегает нахуй уже. А мне можно? Я ебаш. Аллах Акбар. Химик. Где вы там? Все. Так и не прислал? А до этого, когда ты у него что покупал, он тебя сразу скидал? Окей. О, ну ладно, пусть что-нибудь еще в подарок дает. Ушки, к примеру. Не, что-нибудь годное. Так. Я готов. А, роли в Дискорде подсказали, так все нам. Я готов, ТП. Что забудешь? А почему ты с телефон не можешь? Вот я спокойно с телефон все делаю. На сроки да заходишь, спасибо, роли? Блядь. Шел, никого не трогал, башку выхватил, блядь. И это, ссылки удали все, которые активны сейчас. Что-то Саньку прёт сейчас чё. Поэтому мне не прёт уже. Как арбалетом все зашёл стреляться. И орать Аллах Акбар нахуй. Что? Он лоу спэ был. А чё это? Концы этого ивента? Чё-то стреляют? Да. Победил администрация. Но я был в команде админа. Хоть недолго, но был. Когда ты пришел к админам, вы принесли. А утешительные будут? Подожди, а почему вы админы победили? Потому что они больше флагов принесли. Можно меня к сейфу тогда? Два. Так а у нас три получается. Два принес. Макс принес два флага. Снял. Да. Да, и один флаг получается, Таня говорит Тимик, что он не считается, потому что я в него три обоймы. 2-2 получается. Но это, нет, если бы считалось, так бы у них три было бы. У нас три. Я не посчитала, поэтому и сказала, что... У вас-то какой три, у тебя вообще ничего нету. Да ты вообще завалил, ты самый первый умирал всегда. Я не понимаю, как у них два, если у них один. Да, вот это тоже. У нас один. Я сейчас один повесил на флагшток обратно, и второй лежит там, в доме. Это когда уже ивент закончился, да? А почему ты не умираешь?
А можно мне тоже с сейфом я оденусь? Победа. Да, степну. Да-да-да, меня тоже переодеться. И меня. Кого? Ну ладно, давайте всех. Валерика, Тобопа, всех нас. Франка. Франк. Все есть. Но у меня нету ванильных, типа, вот как обычные люди могут брать. Там и вот это всякое такое. Ты убрал специально? Я вас подхилила, если что. Спасибо. Ну, имею в виду, как вот чуваки спавнятся без этого сета. Я не могу такие же предметы выбирать, как они. У меня только мой. Ты специально сделал? Все, понял. А, как страшно. А, понял. Так, надо побольше кодлоков напиздить, пока никто не смотрит. Все, вот этот можно убрать. А, нет, стоп, не вертолет. Ну, на пизде, это твой выигрыш. У других нормальный будет, а у тебя кудлоки. Давай. Понял, все, возвращаю на место их. Все, вроде все отдал. Я тебе сейчас показываю. Смотри, я включил, чтобы удалить. Как страшно стало. Да? Там оставь только у прапора. Или прапор ты забрал? Так, требую в качестве выигрыша банку кукурузы, 2 вертолета и 15 миллионов на банк. Ух, блин. Да, оставь свою GTA-шку там, где ты ее нашел. Ты мне? Да. Я сказал, что GTA-шку. Это в GTA RP, это типа фотографка. Ну, тогда неинтересно, тут нет банки кукурузы. А мы еще телок просим. Телок? Я нечаянно споткнулся. Кто-то сказал телки. Вот видите. Блин, у него такой шлем прикольный, прям хочется кувалдой с размахом. Да я знаю. Тихо. Тихо. Кто сейф-то удалил? Все, пиздец. Все, АИКСы пропали. Нет, а их все на месте, там у меня просто ёпту медь, блядь. Я же удалил все сейфы, чтобы они не удалились. Поучаствовал, ведь. Вот здесь большой сейф стоял, и все, нету большого сейфа. Ну, короче, патроны на бар отлетели, короче, револьвер мой отлетел. Подожди, а ты револьвер украл с этого? Не-не-не, я с ним гонял. Надо было, пока не револьвером. Самое большое количество, блядь, убийств, которые я сделал за этот ивент, это было на револьвере, блядь, потому что я на нём как-то револьвер маленький. Самый рафляный. Но. Уи. Блядь, еще успел забрать, спасибо. Так, надеюсь, меня не слышно сейчас будет. С разбега Q и E должны работать или нет? Выигрыш им выдаем по арбалету. Ну, слава богу, не поебало, остальное. Уже заебись, да? Уже жить можно, блядь. Да. Там нет, там есть еще прапора, он не забирал. Ну, я ему сказала, если еще есть, то еще. Так они под флагом стоят. Ты же прописал себя в кудок, посмотри, где несу, там где-то еще. Все, мои вот эти два крайних, которые вот где один большой был удален, и тут еще один большой и один маленький. Их можно тоже удалить. Так, ладно, стойте на месте, сейчас буду выдавать лут. Вот подходите в здание, там вот за... Не-не-не, все правильно, мы побежали. Вот здание, за вот этим всем есть здание. О, все, я на месте.
В линию на расстрел встаем? Он со светом еще. Угу. Сейчас я вам все. Так, пацаны, такси до зеленки. 500 рублей на карту мне. Хуя себе, блядь. Я потом добегу. Ну, а ты что думал, Ультима? Или как он там называется в Убере, где вертолет тебя перевозит? Так, а можно в ипотеку? Это что это? Ну, дай аккумулятор. Да, блин. А дай мне. Да уже поздно. Все, ладно, брысь. Все в линию от меня отошли все. Я думал, это пианино. Да тихо, блин. Ну, можете все отойти, но реально красиво. А может, за день проголосуем, нет? Прячься за столом, от КСВК. Вы выбираете в подарок день? Не, нет. я шучу. Это шутка. Какие деньги-то? Зачем деньги? День, она сказала, день. А. Да тихо ты, кувалду-то убери. Злой. Кто там? Надо кому? Чего? Продам. Башка? Да. А во сколько? Посчитайтесь. 2 миллиона. Раз, два, три, четыре, пять. У нас 20 тысяч, мы идем разбираться. Я что, пятеро вроде? А. Давайте на Леруаро, на Кинобу свалимся откуда-нибудь. На, покажите. Смотри, где Химик, мне кажется, хватит. Это можно одну штучку взять, да? Да. Ты чё? На тебе! Да. Бухло! Это была месть. Где? По одной. Там бухло чан, дают, наливают. Бежанецкие фляги на черном цвете, короче. Все, я еще и за рулем, ребят. Все, ну, все нормально. Вообще, да. Рыбалтика 62, блядь. Прикинь, от Балтики девятки какой эффект, а тут Рыбалтика 62, на. Там просто перевернет тебя самогон газированный. Чертобат. Ну, для настоящих все, мужиков. Бухаем. Все, бухаем, давайте за ивент. За ивент, да. Ребят, кто там на вертолете со мной сейчас полетит по зеленкам этом? Пристегивайтесь. Все, я прибухнул. А, ну вам омарешки не нужны, ну ладно. Чего? Не, надо. После пивка. Да. Чисто вискаря. Я вам пожрать, попить, дала, все. Можете идти. А что пожрать? А где пожрать? В Ирьешке. Я не могу, у меня ножа нет, мне надо бы что-нибудь открыть. А, во. А почему он не ест у меня? Ладно, ладно, пусть насос. Ему ничего не давать. И ты хочешь сказать, им целые C4, они там не лопнут? Я вообще бухой. Ладно, первый подошел. Вот, я сзади. А нет? Пизжин. Так. Тобат, все, я увидел. Да, ко мне ушел. Подходит. Ко мне а второй. Я сейчас поебало ударил. Это у меня в шарах все попало. Никамини, иди сюда. Ай. На. Это я. Ты где? Я вот прыгаю. Да. Одна? Да. Вы бы сделали подарок, Франк, включили бы сейчас. Ко мне иди. Отключили рейд-блок. А на холерик, иди. Где? Сюда. У меня? Вот, я сзади. Это на этом, скажи тебе. Мне. Костюм этот. Куртка инквизитора. Франк, на них бери. Часы. Ага. И вот эта так, херня так, еще, видишь, у него там холерик, внутри. Холерик, это кто у нас? На второй руке. 123-й. Не надо обойдется, табат. Ну все, ну. Только прапору завтра еще, да. А я за прапор могу получить. Только не пизды. Нет, я лично вру. Да, грузимся в вертолет. Все, Североград, пожалуйста. Погодите, я поблюю.
Какой Североград? Поехали, Зеленоград. Да поехали просто на Черного сейчас все под пивом сядем, нормально. Я бухой. Нет, 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 нет. Плюсики, откиньте по-братски там глобал чат. Ебать, я тупой просто. Я 6 банок сосал пива. Ты чё там, блядь? Ну, есть, блядь. Он сейчас он не попадет. Холерик не хочет день. Куда? А, хочет. Тубат не хочет. А, хочет, блин. Хочу, все хочу. Ну, блин. А кто не хочет? А где нахуй? Я не вижу, куда сесть. Это кто рыгает? Это я. Кто в салоне нарыгал, убирать будешь? Да ебать. Стоп, кто вертолет толкнул? Кто нас пиздит? Да нам хуёво от этого стало пиво. Не-не-не-не, кто-то вертолет толкал сейчас. Да ну, я толкаю. У меня ХП уже. А кто рыгает-то там без конца, блядь? Это не. А чё ХП падает? Можно меня кильнуть? А потому что алкогольное опьянение. Так я. Ну, ты тефтать обратно. Я 6-0 пяшек выжрал, мне пизда получается. Ебать, 3 литра всосал просто по жести. Вот, сразу видно алкаша, нахуй. Садитесь, ебать, кто там летит. С кайфом сейчас. Я под пивом, господа. Дверь, чуть левее лестницы нажми. Все, все сели. Пилоты пьяные в усмерть, так что, ребят, турбуленция будет. Это большая. Печально. Блять, это печально. Куда тебе, на севера? Да, на север. Я такая же хуйня. Если бы здесь были вертолеты из экспаншена, я бы сейчас ёбнул сальто назад и с кайфом. Я сегодня на хомяке тут, знаешь, какие и сальто, и бочку делал, все делал. На машине? Мне машина там простые вертолеты, они как в армии управляются, точно так же. Тут более аркадное управление на этом сервере. Ну, нихуя, надо же проголосовать. Ну, чтобы те вертолеты полюбить, надо в арму 300 часов отлетать. Особенно на Ми-8, самым драном. О, ты че, это вообще это самый мой любимый вертолет в арме. Ой, ебать. С одного захода просто новая Петровка ложится тебе просто под ноги. Вот дроп, пацаны. Химик, а что тебя не забрали? На вертолете не пошли? Да, он закрыл. Какого отмычки есть?